Дорогие друзья, здравствуйте! Рад приветствовать вас на канале Ньюсейдер. Я Александр Кушнарь. Сегодня у нас в гостях журналист, социолог, политический обозреватель Игорь Яковенко. Игорь, здравствуйте! Здравствуйте! Игорь, мы видим, только что дал интервью Владимиру Соловьеву глава СВР Сергей Нарышкин. И мы там услышали достаточно неоригинальное высказывание о том, что вся российская оппозиция является агентами Запада. И когда Соловьев начал задавать уточняющие вопросы, то Нарышкин сказал, что эти люди работают против российского народа и что в семье не без урода. Скажите, пожалуйста, вот это следует воспринимать как угрозу или это просто был проходной материал? Так сказать, напомнить, что есть такой вот Сергей Нарышкин, который весьма традиционно для российских спецслужбистов, да, считает, что каждый, кто против Владимира Путина, лично на ЦРУ работает. Ну, мне сложно говорить о том, какие цели там преследовали организатора этого интервью. Возможно, это какая-то попытка. Ну, гадать на кофейной гуще точно не хочу. Думать о том, что там, может быть, какая-то дополнительная публичность понадобилась Нарышкину зачем-то. Или думать о том, что там какие-то знаки кому-то подаются. Ну, в целом, достаточно рутинная история. Я лично ничего особо нового не увидел, не услышал в этом интервью. Обычные такие, так сказать, мекина такая, что все, кто в оппозиции, это все враги России. Ну, совершенно фантастический рассказ о том, как год назад собрались где-то в неопознанном каком-то месте. Значит, произошло совещание силовых структур западных, где было принято решение для того, чтобы помочь российской оппозиции принести в сакральную жертву, и в качестве этой сакральной жертвы был выбран Навальный. Ну, вообще, вот если проанализировать даже хотя бы этот фрагмент, это, конечно, полная фантастика. То есть, значит, что Навального отравили уже в Европе, а что с ним случилось в России, совершенно непонятно, почему он чуть не умер, почему его пришлось спасать и вывозить в Германию, то есть совершенно непонятно. Ну и вообще вся эта история с сакральными жертвами, это, конечно, бред сивой кобылы, особенно, ну, понимаете, когда буквально сегодня, значит, найден убитым, значит, глава белорусского дома в Украине, находящийся в Украине, значит, один из, так сказать, очевидных врагов Лукашенко. И рассказывать по этому поводу, что вот сакральная жертва, ну, это просто за пределами добра и зла, конечно. Цинизм потрясающий. Ну, в общем, чего мы, собственно, ждем. Это действительно террористическая организация. Служба внешней разведки, так же, как и Федеральная служба безопасности, так же, как и все силовые структуры путинские, это террористические организации. Поскольку они с Лукашенко одно государство, один режим, то, в общем, и ответственность за то, что творит Лукашенко, тоже на путинском режиме, вне всякого сомнения. Без этого белорусы бы давно снесли его. Поэтому это, безусловно, преступная организация. То есть мы видели человека, который должен был бы вместе со своими подельниками находиться на скамье подсудимых. Он дает вальяжно, так с улыбкой, мягко дает интервью, расхаживает, улыбается. Мы видели преступника. Вот я смотрел это интервью именно исходя из того, что я вижу преступника, который пытается скрыть свое преступление, пытается спрятать улики. Ведь, ну, даже так, если уж просто фактологически разбирать, человек говорит о том, что где-то когда-то прошло, значит, совещание с участием силовых структур, западных разведок, западных спецслужб и так далее. Ну, а что не сказать, где это прошло? Ну, это элементарный вопрос. Ну, скажи, где это прошло там? В Варшаве, в Нью-Йорке, в Лондоне. Почему это не сказано? А не сказано это по одной единственной причине. Причина может быть только одна. Потому что не было никакого совещания. Потому что если сказать, что это прошло такого-то числа там-то, то это означает, что, так сказать, ты нарываешься на верификацию этого высказывания.
прошло там-то, ну давай тогда просто докажем, что в это время там-то не проходило ничего. Поэтому вот такие вот обтекаемые формы. Так что, ну, что можно ждать от Нарышкина? Врет, скрывает улики, скрывает свое преступление. Вот на этой горой лжи пытается скрыть реальные преступления режима. Ну, а насчет того, что вся оппозиция это наймиты Запада, это давний, так сказать, разговор, давний тренд. Все мы, естественно, там получаем деньги от ЦРУ, только вот никак не узнаю, никак не могу выяснить, где у них касса в этом ЦРУ. Вот почему-то никак не могу понять, так сказать, если мы все работаем на ЦРУ, почему, так сказать, никогда до нас деньги не доходят? Вот что обидно. Это хороший вопрос, особенно на фоне того, что Байден недавно сказал, что американские спецслужбы, мол, работают лучше, чем российские спецслужбы. Но, видимо, они работают все-таки недостаточно хорошо, раз российская оппозиция такая не только бедная, но еще и половина сейчас находится под ограничением свободы, а кто и под лишением. Вот, например, как сегодня произошло с Любовью Соболь. И мы еще должны вздохнуть с облегчением, что ей дали только 1,5 года ограничения свободы, а не в тюрьму прятали. Ну да, ну на самом деле говорить сегодня, понятно, что мы говорим на том языке, который к нам привычен, но говорить сегодня о российской оппозиции довольно сложно, потому что, ну что такое оппозиция? Оппозиция это часть политической системы, которая находится не у власти, но собирается в ближайшее время к ней прийти в результате, ну прежде всего, выборов. Ничего похожего в России нет. Потому что, более того, оппозиция это все-таки некоторая организация. Ну, частью какой организации является та же самая Любовь Соболь? Ответа на этот вопрос не существует. Существуют отдельные атомизированные граждане, которым не нравится путинский режим. Часть этих людей находится за границей, часть находится в России. Часть этих людей думают о том, что можно попытаться поучаствовать в выборах и там одного-двух человек провести в парламент. Часть людей говорит, что не надо этого делать. Но еще раз говорю, это все атомизированные люди, которые не объединены в какие-то структуры. Ни одна структура, которая существует в России, оппозиционной, ну, в соответствии со всеми атрибутами этого понятия, оппозиционной являться не может. Вот и вся история. А То есть шанс нет. объединиться есть у разрозненной российской оппозиции, несистемной? Вы знаете, Александр, это вот вопрос, который, начиная, ну, наверное, с 1993 года, постоянно звучит просто как колокол Герцена. Вопрос Значит, актуальный, учитывая выборы на носу. я не очень понимаю вообще слово объединиться. Объединиться с кем и для чего? Вот вопрос, я правда не понимаю, объединиться с кем и для чего, для какой цели? Значит, вокруг чего, вокруг какой идеи? Потому что, ну вот, существует, например, идея, что нужно бойкотировать выборы. Ну, я думаю, что да, наверное, можно было бы попытаться объединиться вокруг этой идеи. Во-первых, это невозможно, потому что невозможно убедить какую-то часть людей, которые хотят все-таки попробовать, этого не делать. А во-вторых, ну, с моей точки зрения, это большой подарок, потому что чем занимается власть, она сушит явку. Она просто занимает вот то, что делает власть сейчас, она сушит явку. Она просто фактически отговаривает. Да, какие-то кандидаты там от Единой России, от ЛДПР, от коммунистов ведут свою избирательную кампанию, вывешивают свои плакаты. Но в основном, в общем-то, про выборы ничего особо не слышно. И на федеральных каналах этих выборов нет. Поэтому власть заинтересована в том, чтобы на выборы пришло ограниченное количество бюджетников, которые проголосуют за партию власти. Ну и какое-то количество пенсионеров, которые проголосуют за КПРФ, там, ну и другие вот четыре опоры путинского фашистского режима. Поэтому я не понимаю, вокруг чего объединяться. Это вот для меня загадка. Вот это призывы сейчас объединения. Вокруг чего? Я понял. То есть у разных противников Путина разный взгляд на то, каков формат сопротивления вообще должен быть. Кто-то строго за выборы, кто-то строго наоборот за бойкот выборов.
И при этом, в общем, нет платформ даже, на которых они могли бы все это высказать друг другу, друг с другом поговорить. Вот вы это имеете? Да, Александр, я бы даже сказал, еще одна серьезная штука, которая делает достаточно проблематичным вообще сам этот тезис объединения. Я понимаю, что он в народе жив. С любым человеком, как только напишешь какой-то текст, сразу же тебе обязательно в комментариях, так сказать, сотнями пишут, что хватит болтать, надо объединяться. Ну, во-первых, вопрос с кем? Ну, хорошо, вот мы с вами объединились. Дальше что? Мы будем делать один канал, а не два. Значит, следующий еще серьезный вопрос. Дело в том, что власть уничтожает любую организацию сейчас. Любую организацию. Ну, можно создать, обзвонить своих знакомых и создать какой-нибудь союз спасения демократического отечества. Ну, понятно, что результаты этого обзвона будут мгновенно, просто мгновенно, конвертированы в уголовные дела, в аресты и в посадки. Вот мы с Леонидом Гозманом, когда он шел на радио, на Russia Today, созвонились, он меня там спросил, поскольку я присматриваю за телевизором, то он меня спросил, вот есть ли конкретный у меня набор доказательств о том, что Russia Today врет. Я сказал, да, конечно, есть, я прислал ему материалы. И когда он пришел, Леонид Гозман пришел на Russia Today, то Красовский, ведущий, тут же сказал, ну вот мне уже из администрации президента звонили, что вы там у Яковенко взяли какой-то страшный компромат. Идет. Ну что? Ну вот тут же, так сказать, все телефонные разговоры, вся переписка, она становится известна. И тут же мгновенно будут заведены уголовные дела. Смотрите. Соболь по какому делу сейчас получила свои 1,5 года? По санитарному. Да? То есть, по любому поводу будут заведены уголовные дела. И, так сказать, люди, которые попытались как-то объединиться, неважно вокруг чего, они будут просто уничтожены. Просто стерты. Вот и все. Это не потому, что я там что-то боюсь. Чего ж тут бояться, живя в России? Игорь, ну вы видите, да, вы сами признаете, что все-таки власть обеспокоена именно тем, что люди могут активнее участвовать в выборах. То есть задача власти сделать так, чтобы в выборах участвовало как можно меньше, да, чтобы в них участвовали только бюджетники, грубо говоря, ну, те люди, на которых легко повлиять. Хорошо, но... Это означает, что после выборов ситуация немножечко легче будет с политическими гонениями? Или это нет, не связано, по большому счету? Нет, конечно. Конечно, нет. Никакой оттепели при Путине не будет. Потому что маховик политических репрессий, он же завязан, он во многом иррационален. То есть он рационален с точки зрения каждого субъекта этих гонений. Потому что сидит, ну, смотрите, есть Федеральная служба безопасности. Она полностью воспроизводит структуру НКВД сталинского. Полностью. То есть она имеет огромное количество региональных структур, отраслевых структур. И в каждой из этих структур сидит несколько сотен человек, значит, майоров, капитанов, подполковников и так далее. И каждый из них хочет получить дополнительную звездочку по возможности большего размера. Для этого им нужны дела, нужны посадки. Они уже не знают, где получить, потому что нет такого количества шпионов там в Саратовской области, нет такого количества шпионов в Новосибирске, а им нужны дела. Ну, вот сейчас они завели новое в Следственном комитете, новое подразделение, которое будет заниматься диверсиями в области истории. Да, тоже, раз завели это подразделение, значит, нужны планы, нужны посадки, нужны дела историков. Мало одного Дмитриева, который сидит уже. Значит, нужны дела, так сказать, норманистов, там, медиевистов, значит, людей, которые будут изучать, там, я не знаю, Боспорское царство или еще что-нибудь неправильно изучать, или изучать неправильно Вторую мировую войну, да и Первую тоже можно совсем неправильно изучать. То есть, эти дела. Сейчас поход на театры, то же самое. Вот комиссия Минкульта, так сказать, тоже нужны дела, нужны посадки. То есть, на самом деле, репрессии не являются, каким-то инструментом, который существует ради
выполнение какой-то там задачи, которая нужна непосредственно Путину или верховной власти. У них есть автономные цели, они автономно работают, они на самообслуживание вообще, эти ребята. Они, эти ребята, на самообслуживание. То есть у них, у каждого есть свои цели, и ну, просто вот ну, мы видим вот эти вот все многочисленные дела, которые были все эти годы заводились. Сказать, что дело сети, например, или какое-то другое дело, оно имеет какой-то громадный смысл государственный? Да нет, просто местным ФСБшникам, местным прокурорам, местным следователям нужны галочки, нужны посадки. Вместо того, чтобы действительно заниматься там, борьбой с организованной преступностью, например, с какими-то цапками очередными, гораздо проще, или там наркотрафик какой-то перекрывать, гораздо проще найти какую-то группу молодежи, значит, внедрить туда провокаторы и потом закрыть целую большую сеть террористической организации, которая на самом деле не существует. То есть это совершенно автономная история. В значительной степени так же, как репрессии были во время большого террора. Ну вот, кстати, вы напомнили о том, что было в советское время. И, между прочим, мы знаем, что в советское время писатели активно привлекались к работе на пропаганду. Вот сейчас, кстати, Нарышкин в этом интервью сказал, неплохо было бы снова художников и писателей привлечь к описанию подвигов разведки. А что, разведка России, доблестная разведка, которая раскрывает по 500 террористических заговоров в год, она не способна сама обеспечить себе, как сказать, имидж, да, необходимо привлечь. И кто, кстати, участвовал бы, ну, кроме Прилепина условного? Нет, ну, опять-таки, понимаете, вот на сегодняшний момент существует действительно реальная проблема. Ну, скажем так, мы сейчас вступаем, вот вы своим этим вопросом, так сказать, подтолкнули к вступлению в такую сферу, как совместимость, там, ну, не гения, а таланта со злодейством. Потому что, ну, вот сейчас создавать какие-то художественные произведения о подвигах советских разведчиков, когда, в общем, более-менее понятно, кто они такие, значит, написать какой-нибудь роман или снять художественный фильм о подвигах Баширова и Петрова, это, ну, скажем так, это, ну, задача для талантливого человека, задача, ну, полностью убить свою репутацию, ну, просто полностью. Наверняка на это пойдут люди, наверняка это будет востребовано, но это будут пиарщики, дешевые пиарщики, это будет такая вот подделка. Причем, если в условиях, понимаете, мы живем действительно в другом обществе, мы живем не в Советском Союзе. В Советском Союзе все-таки написать какую-нибудь книжку о, так сказать, подвигах там, советских разведчиков, это было возможно, это не означало полной потери репутации. Потому что, в общем, ну, не было известно, что из себя представляет до конца, несмотря на 20-й съезд, несмотря на все эти разоблачения, все равно до конца не было известно, что такое до конца, вот, что такое, так сказать, вот эти советские, так сказать, диверсанты, которые там убивали за рубежом людей и так далее. До конца это не было известно. Поэтому, в принципе, в общем, не бесталанные люди могли снимать фильмы про это, могли что-то говорить. Хотя тоже, честно говоря, вот больших я не могу назвать каких-то больших настоящих художников, которые бы, так сказать, прославляли вот эту публику. Вот этих вот всех наших Судоплатовых там и прочих. Значит, думаю, что нет. Думаю, что... Но в то же время хотя бы какие-то попытки можно было сделать. Сейчас это невозможно. Сейчас это невозможно совсем. Сейчас невозможно представить себе более-менее талантливого человека, который бы стал писать... Вот вариант такой вот новой российской Лени Рифеншталь, которая бы пошла, так сказать, обслуживать этот режим и делала бы это талантливо, или делал бы это талантливо, я не могу себе представить.
Другой вопрос, ну, как мне кажется, из этой же серии. Мединского поставили на должность, где ему придется заниматься историческим просвещением. Он известный интерпретатор русской истории. Скажите, что это может в потенциале принести тем, кто будет пользоваться плодами вот работы Мединского на этом поприще? Ну, смотрите, вот как раз эта фигура совершенно комедийная, это пиарщик, это человек, который является формально доктором исторических наук, и с требованием лишить его этого звания, потому что он, конечно, никакой не историк, никакой не ученый, никакой не доктор, выступило 24 члена Российской Академии Наук. И, в общем, ну, просто доказано по буквам, что его диссертация – это липа, что человек, который заявляет о том, что историческая истина – это то, что соответствует национальным интересам России, но это человек, который ученым, конечно, не является. Весь этот бред, который он пишет, значит, рассказы о том, что, значит, вот, несмотря на то, что известно, там, ну, например, там, подвиг панфиловцев, никакого подвига не было, доказано просто, доказано, что это сочинение политрука. Ничего из того, что выдается за этот подвиг, ничего в реальности не происходило. Ну, тем не менее, говорит, ну, это же миф, а миф это тоже факт, поэтому надо. Но это не ученый, это понятно. Значит, мы будем учиться, имеется в виду, мы это школьники, студенты, преподаватели будут пользоваться учебником Мединского. Ну, в свое время был краткий курс ВКПБ, который был отредактирован Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Значит, ну, это такая, я бы сказал, более, так сказать, крепко сшитая фальшивка. А вот труды Мединского – это просто анекдот. Ну, значит, будут учиться по анекдоту люди. Я не думаю, что это будет какая-то катастрофа, потому что сегодня, в отличие от того периода, когда учились по краткому курсу, ну, ничего другого не было, источников не было. Сейчас интернет, сейчас море информации открытой, и, пожалуйста, читай Ключевского, читай там Каллингвуда, читай Броделя, читай любые исторические сочинения. Если интересуешься историей, у тебя будет возможность действительно понять, что происходило в прошлом и что за этим стояло. Ну, а так, для галочки. То есть, на самом деле, первым результатом вот этой просветительской, в кавычках, деятельности Мединского будет, конечно, нарастающий разрыв между молодежью и вот этой официаль и вот этим официозом. Это первое. Второе, поскольку действительно создано подразделение, в том числе эту комиссию, она подкреплена сотрудниками и ФСБ, и МВД, и прокуратура, ну, практически весь силовой блок. То есть Мединский возглавил некую силовую структуру. И там действительно возможны серьезные запреты. То есть будут мешать историкам заниматься наукой. Потому что очевидно, что, ну, например, раз украинский, русский и белорусский народ – это один народ, то понятно, что какие исследования в области значит, истории Украины отдельной возможно. Понятно, что это будет под запретом. Понятно, что будет под запретом и уже под запретом исследования в области Второй мировой войны. Понятно, что исследования, ну, пример Дмитриева показывает, чем кончаются и исследования, конкретные исследования преступлений сталинского режима, в частности, репрессий. То есть абстрактно говорить, что репрессии были можно, ну и можно спорить там, насколько они были обоснованы, а вот конкретно расследовать имена палачей и конкретные факты события, вот, пожалуйста, судьба историка Дмитриева. Поэтому будут табуироваться, и этим, конечно, не ограничится, потому что это, опять-таки, штука, которая имеет саморазвитие. Вот закрыть несколько тем, все остальное оставить открытым. Нет, будет появляться соблазн, значит, закрыть еще все остальные темы. Ну и кроме там славной биографии Владимира Владимировича Путина, которая будет совпадать с биографией
героической Александра Невского, Ивана Грозного, Петра Первого и так далее. Ну, вот это такой набор героев. Вот кроме этого ничего будет нельзя. То есть, это очевидное следствие. Ну, и, безусловно, судьба не только исторической науки в целом, но и отдельных историков, которые будут заниматься наукой, они достаточно, ну, скажем так, оказываются в зоне риска. Это один из возможных вариантов развития событий. Второй вариант развития событий, тоже не исключенный, это то, что вся эта затея закончится пшиком. Вот это тоже возможно, потому что не каждое злое начинание, вот в России в этом смысле, чем Россия в лучшую сторону, путинская Россия в лучшую сторону отличается от фашистской Германии. Не пунктуальностью. Вот гитлеровский режим, он был пунктуален. Наметили Холокост, значит, будет Холокост. И вот детально, по пунктам, все методично разбирались и, значит, поубивали 6 миллионов, уничтожили евреев. В путинской России есть достаточная доля, высокая доля спасительного бардака. Вот, значит, затеяли эту комиссию, а вполне возможно, что ничего особенного не будет, просто распилят деньги какие-то и все. Вот это, я бы не сказал, что на это надо надеяться, но это вариант, как мне кажется, не исключен. Отсутствие вот этой методичности, пунктуальности, обязательности, оно в данном случае является таким спасительным шансом. Вы имеете в виду, что по большому счету все это анекдот и делается это реально для того, чтобы просто высосать еще немного денег из российского бюджета на проекты, которые выдаются как серьезные политические? Ну, это, скажем так, я не думаю, что все люди, которые организовывали эту комиссию, все они изначально были на это нацелены. Но мы не только про комиссию говорим, мы говорим вообще про вот все эти безумные путинские начинания. Да, я думаю, что это вот, так сказать, вторая цель, которая там, безусловно, есть. И людьми, которые организовывают подобного рода мероприятия, движет в том числе и корыстный мотив. И это, в общем, не так уж плохо. Потому что, ну, с точки зрения конечного результата, потому что, ну, пусть разворовывают деньги, все равно они ни до кого из граждан не дойдут. Это лучше, чем они действительно будут реализовывать вот эти вот кошмарные, кромешные совершенно планы, которые обозначены в целях вот этих всех комиссий. Комиссий по контролю за репертуаром театров, комиссии по, значит, искоренению из истории науки вообще полностью, уничтожению исторической науки. Вот эти планы, они обозначены, но есть надежда, что деньги украдут, а делать ничего не будут. Ну, или, по крайней мере, не будут доводить до того логического конца, который, в общем-то, поставлен в самом начале этих мероприятий. Атака на инсайдеры, на другие издания. Ну, давайте про инсайдер все-таки конкретно скажем. Это все-таки часть системного давления на медиа, да? Практически не осталось независимых журналистов, как сказал сам Доброхотов, что сейчас в России как в Узбекистане, или работать анонимно, или уезжать. Или это месть конкретно группе инсайдер за блестящее расследование, которое показали вину России, российского режима в деле MH17, в деле Петрова-Баширова и других делах? Безусловно, здесь и то, и другое. Безусловно, это, ну, скажем так, то, что под ударом находится прежде всего медийные расследовательские структуры, это очевидно. Уничтожено издание «Проект» в чистом виде расследовательская структура. Уничтожен сейчас «Инсайдер» в чистом виде расследовательская структура. Удары серьезные наносятся по структурам Ходорковского, которые тоже занимаются расследованием. Конечно, вот публицистика, так сказать, такая вот, как, которой я занимаюсь, она в большей степени, или, скажем, в меньшей степени зона риска. Хотя тоже, безусловно, так сказать, и письма приходят, и угрозы приходят, это все понятно. Но, тем не менее, в общем, просто, например, назвать путинский режим фашистским и доказать это теоретически, доказать это по пунктам, это не так страшно, как, например,
просто конкретно провести расследование о значит, каких-то конкретных преступлениях, там, связанных с убийствами и так далее, и тому подобное. То есть, вот журналисты-расследователи находятся, безусловно, под большей опасностью, чем публицисты, чем новостные журналисты. То есть, на самом деле, это зона особого риска. Инсайдер оказался в этой зоне. И это вот, ну, совершенно очевидно. Мы видим, что тем временем союзник Путина, да, собственно, вассал, да, режим Лукашенко убивает, захватывает своих граждан. Ну вот мы помним, как всех шокировало вот этот воздушный терроризм, который многие говорят, что невозможен был бы без участия российских спецслужб, российских военных. Сейчас мы видим еще более страшную историю, когда, по всей видимости, убивают вот этого вот главу Белорусского дома, ну то есть который занимался эмигрантами как раз из Беларуси. Теми, кто бежал от белорусского режима, он найден повешенным. Но вот сейчас уже даже зарубежные представители, например, депутат литовского парламента, отреагировали, что это режим Лукашенко, спецслужбы Лукашенко убили его на территории Украины. И вот тут возникает вопрос, насколько это все серьезно, насколько это долгосрочный тренд вообще. Есть ли возможность как-то защититься от этого, что ждать теперь? И участвуют ли в этом российские спецслужбы, на ваш взгляд? Ну, я думаю, что вероятность, конечно, есть любая, но тем не менее конкретных данных о том, что российские спецслужбы в этом участвовали, у меня, например, нет. Поэтому, ну, зачем я буду выдумывать? Гипотезы можно строить любые. Пока известно, что украинские спецслужбы предупреждали участников вот этого белорусского дома о том, что выехал за ним, что за ними ведется охота, что выехали. Ну, кстати говоря, остается, конечно, вопрос. Но если предупреждали, почему не организовали защиту? Эти люди все-таки на территории Украины. Но это я просто как гражданин страны-агрессора предпочитаю, чтобы вопросы украинским спецслужбам, украинским властям задавали граждане Украины. Ну вот, кстати, как раз-таки журналист Тарас Березовец сегодня написал, говорит, что за такое, конечно, в отставку должен уходить глава СБУ и так далее. Но это действительно внутренние украинские дела, не будем сейчас. Я еще раз говорю, для меня, я все-таки стараюсь, я иногда нарушаю это табу и что-то говорю там про украинские власти действующие, но стараюсь все-таки особенно не злоупотреблять этим, потому что, ну, действительно, ну, я, например, гражданин страны-агрессора, и чего я буду на страну жертву агрессора какую-то критику наводить. Но, тем не менее, действительно, это странно. Значит, ну, наверное, были какие-то для этого причины. Хотя, безусловно, вот на территории Украины совершено преступление почти наверняка, с высочайшей долей вероятности, это преступление совершили спецслужбы соседней страны, именно Беларуси, белорусского лукашенковского режима. Этот режим действительно стал опасным. Вот сейчас, значит, бегунья белорусская, член белорусской сборной, пыталась, так сказать, ну и спаслась, насколько я понимаю. Вот так, сегодня у нас третья, значит, завтра, вроде бы как, значит, усилиями японских властей, она будет переправлена в Польшу. То есть главная задача, конечно, сейчас маршрут таким образом самолета выстроить, чтобы она не летела через территорию союзного государства Россия и Беларусь. Потому что, на самом деле, действительно, Лукашенко, в принципе, стал, поскольку он не международно не субъектен, то есть он как бы не признан как президент международным сообществом, по крайней мере, европейским и американским, то он, в принципе, не является, так сказать, у него нет ограничений. И он совершенно спокойно, конечно, может и с этой спортсменкой самолет сбить, посадить и так далее. Это у человека вообще пределов нет, ограничений А нет Путин никаких. бы посадил, кстати, самолет с Тимановской? В свое время ему задавали этот вопрос. Путин сказал, не скажу. Я помню этот разговор. Вы знаете, я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Между Лукашенко и Путиным существует с точки зрения там личности, кто из них хуже, это вообще отдельный вопрос. Я думаю, что на него ответить сложно. И тот, и другой совершенно абсолютно черные люди, без моральных ограничителей. Но просто в отличие от Лукашенко, Лукашенко терять нечего.
Он находится, это тот самый маленький отморозок, который находится в кармане у другого, у большого отморозка. И ему не надо выстраивать отношения с внешним миром. За него это делает Путин. А Путину все-таки какие-то отношения надо выстраивать. И поэтому предел, да, мы наслушались от разных комментаторов и сами тоже иногда произносим фразы очень резкие в адрес руководства западных стран по поводу того, что там много полезных идиотов, много продажных людей и так далее. Но тем не менее, все-таки, так сказать, на разные преступления существуют разные ответы. И вот если бы, например, Путин, ну, захватил самолет, значит, иностранного государства, целенаправленно, потому что, да, сейчас сбитый самолет, причем понятно, что сбили этот пассажирский, Боинг малазийский, сбили по ошибке. Но, тем не менее, ответственность за него огромная. И это вот ответственность, она нависает, и она постоянно сейчас идет, и вот этот вот суд в Гааге, и это очень серьезная история. Но если бы напрямую, понятно, что вся эта история с малазийским Боингом, она, безусловно, без ведома Путина не могла быть организована. БУК – это не то оружие, это не пистолет Макарова, который можно, так сказать, свободно перевести. Понятно, что здесь главнокомандующий так или иначе причастен. Но все-таки это другая история. Все-таки это случайно. Все-таки, так сказать, это, ну, скажем так, не непосредственно там по приказу. А вот история с террористическим захватом самолета, ну, здесь уже прямая ответственность Путина. И здесь уже, я думаю, что последствия были бы совсем другие, если бы это произошло. Поэтому Путин, конечно, кокетливо сказал, что не скажу. Но на самом деле, я думаю, что на такие, чтобы потешить свое самолюбие и какого-то своего врага личного приземлить. Но потом есть другие способы. На самом деле, не будем сейчас. Мы прекрасно понимаем, что достать личного врага Путин может и не сажая самолет. В том числе новичка еще много. Вы напомнили, кстати, про полезных идиотов Запада. Как вы оцениваете историю в связи с Северным потоком 2? И вообще, как вы оцениваете последние шаги американской администрации, администрации Евросоюза? Вот сегодня, например, новость, что начались самые масштабные за последние 40 лет американские учения. Учения ВМС, то есть по всему миру одновременно силы морские и подводные силы Америки будут отрабатывать ответ сразу нескольким агрессорам, то есть имеется в виду Россия и Китай, и они это так называют. Мы возвращаемся к принципам Второй мировой войны. Ну вот смотрите, с одной стороны мы видим такие учения, достаточно резкие заявления. Вот группировка Rival делась куда-то через 3 дня после разговора Байдена с Путиным. С другой стороны, мы видим, что Байден вынужден был, по всей видимости, спасовать перед давлением, в первую очередь, немецкой стороны. Немецкая сторона вытворяет вообще все, что хочешь. Вот у нас тут новости из Блумберга идут одна за другой, и выясняется, что немцы просто-напросто продавили даже такое условие на этой вот сделке, на переговорах с Байденом, что они не будут закрывать Северный поток-2, даже если Путин начнет агрессивную какую-то операцию, да? Что происходит? Плохо происходит. Значит, ну, что, давайте все-таки это две разные истории. Байден это одно, немцы это другое. Значит, что касается Байдена, то это грустно. Я думаю, что Байден вот сейчас уже становится более-менее понятно, когда Байден назвал Путина убийцей, после этого сказал, давайте встретимся, поговорим. Ну, здесь можно было предполагать, что на самом деле, возможно, это и не ошибка. Сейчас, вот по прошествии времени, для меня совершенно очевидно, что это была его ошибка. Просто не надо было этого делать. Я думаю, что это была ошибка. Значит, Северный поток 2. Все понятно, все предельно понятно. У Байдена задача объединить западный мир. У Байдена задача, значит, склеить то, что пытался и, в общем-то, преуспел в этом, разрушил Трамп. Это все достаточно очевидные вещи. И
Байден исходит из того, что ну, ему важнее, так сказать, склеить НАТО, ему важнее склеить единство западного мира, чем там угомонить какого-то Путина. Ну, опять-таки, понимаете, глядя изнутри России, я считаю, что это ошибка. Но Байден не находится внутри России. У Байдена есть приоритет американских интересов и свой личный, как он видит свои личные интересы, как президент Соединенных Штатов. Это разные интересы. Поэтому здесь более-менее понятно, что произошло. Что касается немцев, вот эта позиция действительно очень плохая, очень, я бы сказал, такая очень напоминающая там и Мюнхенский сговор, и все остальное. Это я только одно по этому поводу могу сказать. Там все-таки власть меняется. И осенью выборы. Тут тоже не очень хорошие прогнозы, но я не знаю, сейчас последние социологии немецких, на предстоящих немецких выборах, но, конечно, если придут зеленые, то ситуация будет совсем другая. Ну, опять-таки, предыдущая социология, которую я видел, она, к сожалению, не очень благоприятна для зеленых. Если зеленые придут, то будет поворот. Наверняка. А это вот степень шредеризации в этой политической структуре, она, ну, мне, конечно, неизвестна, но я думаю, что она очень близка к нулю. Поэтому я думаю, что это будет, не знаю, смогут ли они остановить «Северный поток-2», а может и смогут. Поэтому вот здесь ситуация конкретная. И вся надежда на то, что все-таки там власть меняется. Там сменяемая власть, и это не та ситуация. А так все это, конечно, очень грустно. Очень грустно и очень печально. Там делается достаточно большое количество ошибок. Сиюминутные интересы преобладают, стратегические интересы отходят на задний план. В целом, я думаю, что это следствие измельчания масштаба политиков во всем мире. Тут никаких Тэтчер, никаких Рейганов, никаких Черчиллей, Деголей и так далее. Фигуры масштаба близких, хотя бы там, я не знаю, чтоб по пояс были, таких фигур нет. Это объективно, тому есть очень много причин. Это технологизация политиков, политики вообще в целом. Вот они в большей степени технологи, чем политические личности. Это, к сожалению, большая проблема. Ну хорошо, ну вот Британия, например, мы видим, пытается компенсировать как будто вот этот вакуум лидера, по крайней мере, на европейском континенте, не только. Они, мы видим, создают, например, группировку численностью 4000 человек, спецназовцев, которые будут заниматься специально противодействием России и Китаю. Они проводят специальные морские операции по утверждению свободы мореходства вот у Крыма. Вот сейчас только что в Южно-Китайском море, да, это в пику Китаю. Как вы думаете, Британия, в принципе, могла бы хотя бы частично своей такой более независимой сейчас политикой дать ответ, жесткий ответ Москве и Пекину? Ну, опять-таки, вот когда возникает вот такой вопрос, у меня сразу возникает встречный вопрос, что из себя должен представлять вот этот жесткий ответ? Ведь, понимаете, Британия не может повлиять на Северный поток-2. Северный поток-2 будет вне зависимости от того, хочет Британия или не хочет. Кроме всего прочего, Британия уже и не член Евросоюза. То есть я думаю, что Британия, так сказать, вряд ли сможет здесь как-то компенсировать вот эту вот рыхлость и слабость западного сообщества. Хотя, в принципе, хорошо хоть что-то. Но решающую роль вот в какой-то блокаде, так сказать, в отпоре путинскому режиму, конечно, от одной Британии рассчитывать не приходится. Последний вопрос, такая вот более легкая, что называется, тема, хотя как посмотреть, конечно, для кого легкая, для кого это очень актуальная проблема сейчас, мы говорим про модуль наука, которая, как мне кажется, просто стала символом всей российской
Модуль наука, которую запустили вот спустя 20 лет с момента начала разработки, которая, наверное, стала, можно сказать, квинтэссенцией всего того, что представляет себя сегодня, так сказать, российская технологическая машина. Росбалт или как это там, какое-то издание, Фонтанка написала, что, значит, заголовок новости, что модуль наука вертела МКС на одном месте. Вот, ну то есть в буквальном смысле действительно вертело, потому что включились двигатели, то они не включались, то они потом включились, когда не надо. Ну, мы эту всю историю, наверное, кто следил, знает. Цирк. Цирк, но цирк такой достаточно показательный, когда реально могут пострадать люди, между прочим, которые работают на МКС. Что это вообще свидетельствует о российском режиме? Нам стоит бояться таких противников, у которых вот так получается делать, ну, в том числе вот эти технологические штуки? С одной стороны, действительно, это все очень смешно. С одной стороны, это действительно анекдот. Но вообще, когда Роскосмосом руководит Рогозин, министром обороны является Шойгу, который никогда в жизни не служил в армии, вообще не понимает, что это такое. Значит, министром иностранных дел является Лавров, который, так сказать, разрушил вообще отношения со всем миром буквально. Это, безусловно, ну, в какой-то степени это может быть, может внушать надежду, что это действительно режим, который, в общем-то, так сказать, достаточно неэффективен и поэтому, может быть, в меньшей степени опасен. Но это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса, что все-таки, да, этот неэффективный, этот такой вот достаточно нелепый режим, тем не менее опасен, потому что он опасен для своих граждан. Мы находимся в заложниках, все практически. И он опасен для ближайшего окружения, потому что на самом деле убить большое количество людей, практически неограниченное количество людей, этот режим может. И в этом смысле он, безусловно, опасен. И вот в этой своей неэффективности он опасен вдвойне. Потому что там оно, конечно, не летает, но даже если оно взорвется, так сказать, не в том месте, где запланировано, то все равно мало никому не покажется. Поэтому, конечно, режим опасен, режим преступен, и интерес всего мира в том, чтобы этого режима как можно быстрее не стало. Спасибо вам огромное за эту беседу. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на Ньюседер. При желании поддерживайте нас через Patreon и другие ресурсы. Ссылки найдете в описании к этому видео. Это были Александр Кушнарь и Игорь Яковенко. Спасибо вам. Спасибо, всего доброго. Всего доброго.